Visionary Women — это волонтерская организация. И я знаю, что каждый из присутствующих здесь посвящает свое время той или иной организации. И тот факт, что у вас есть 9 миллионов волонтеров. Вы говорили о взаимосвязи между волонтерством и открытостью. Открытость и готовность — это способ повысить свою осознанность, если я вас правильно процитировала, если я правильно вас поняла. В некотором смысле это способ стать кем-то большим, чем вы сейчас являетесь. Прежде чем говорить о женщинах, давайте остановимся на том, что значит обладать видением. Сейчас у всех здесь есть желание. Желание — это способ улучшить нашу жизнь с помощью увеличения. Сегодня вы хотите, чтобы у вас был дом, завтра вы желаете иметь деньги, послезавтра что-то еще. Это способы построения и перестроения наших жизней с помощью увеличения, добавления. Это необходимо для определенной деятельности. Но когда вы говорите, что обладаете видением, это означает, что вы обладаете более значительными желаниями, чем просто улучшение своей жизни путем добавления. Желание всегда относится только к себе самому. Видение — это процесс, включающий в себя все. Так что это само по себе феноменальное явление, если люди вместо желаний обладают видением. Видение всегда включает в себя все. Желание же — это нечто личное. Желание ведет к постепенным изменениям и улучшениям. Видение же может преобразить всю ситуацию. Я не против музыки. Итак, говоря об открытости, поскольку вы сказали, что являетесь волонтером, волонтер — это тот, кто делает что-то по своей воле. Правильно? За этим не стоит ни влечение, ни финансовые мотивы, ни социальные причины, ничего. Вы хотите сделать что-то по своей воле. Так что если сейчас вы находитесь здесь по своей воле, то вы волонтер. Я спрашиваю всех вас, вас вынудили бы здесь или вы пришли по своей воле? О, спасибо. Потому что я выступал и перед заключенными, в тюрьмах, и много где еще. Итак, вы здесь по своей воле. Если вы делаете что-то по своей воле, это становится основой для вашей радости, не так ли? Насколько бы глупым и нелепым ни было то, что вы делаете, я делаю это по своей воле, это все меняет, не так ли? Да? Именно в этом заключается разница между раем и адом. Если вы делаете что-то по своей воле, это рай. Если вы делаете что-то против своей воли, это ад. Мы уже выработали свое отношение к жизни, что нам нравится и что не нравится. Этот человек мне нравится, этот не нравится. Так что с этим человеком я буду взаимодействовать по своей воле, а с этим вынужденно. Это могут быть два человека, два каких-то аспекта жизни, две общины, две нации, много чего. Это я буду делать охотно, это неохотно. Это означает, что для себя в уме я принял решение. Это хорошо, это плохо. Когда я слышу, даже по новостным каналам, хорошие парни, плохие парни, если вы рассуждаете таким образом, вы станете катастрофой для планеты. Это лишь вопрос времени. Как только вы решите для себя, это хороший человек, это плохой человек, это очень глубоко укоренилось в Америке. Нет. Нет хороших или плохих людей. Все постоянно перемещаются между этими двумя категориями. Если вы создадите прекрасную атмосферу, все будут вести себя замечательно. Если вы создадите неприятную атмосферу, очень многие будут вести себя отвратительно. Да или нет? Есть радостные люди и есть несчастные люди, но нет хороших людей и плохих людей. Как только мы начинаем думать, что мы хорошие, мы получаем право уничтожать плохое, не так ли?
Мы уничтожили огромное количество людей. Мы делали это на протяжении долгого времени. Пришло время остановить это. Потому что люди находятся на разных уровнях восприятия и понимания жизни. Люди очень разные. Любой, кто не похож на вас, очевидно, плохой человек. Не так ли? Те, кто не такие, как я, непременно плохие люди. Потому что сам принцип добра и того, что вы считаете добром, определяется только вами. Нет, это зависит не от вас. Открытость означает следующее. Я просто открыт. Я говорю жизни «да» на 100%. Я не говорю «да» этому и «нет» тому. Я просто говорю «да» и «да» жизни. Если вы на 100% открыты жизни, вы волонтер. Вы стали открытой жизнью. Вы стали настолько открыты, что у вас нет собственных желаний. Люди спрашивают меня: «Садхгуру, как вы взаимодействуете со всеми этими людьми?» Они задают такие дурацкие вопросы, делают одно, другое. Я сказал: «Мою жизнь определяют не они, а я, то, каким являюсь я, все зависит от меня. Какие они — это их выбор. Но какой я — это мой выбор, это мой путь. Независимо от того, что они делают, я такой. Потому что я никому не давал такое право, что меня кто-то может вывести из себя, рассердить, сделать меня счастливым, несчастным. Это право я оставил за собой. Пора и вам сделать так же, потому что если кто-то другой определяет, что сейчас происходит внутри вас, разве это не будет абсолютным рабством? Разве не будет? Кто-то другой определяет, что происходит внутри вас. То, что происходит вокруг вас, конечно, определяется самыми разными людьми. То, что происходит вокруг нас, не на 100% зависит от нас, но то, что происходит внутри меня, должно создаваться мной, не так ли? Сейчас кто угодно может кого угодно вывести из себя, потому что они не волонтеры, они закрыты. Волонтерство означает, что у вас нет своей воли. Вы можете делать все, что нужно. Вы знаете, что мы являемся волонтерской организацией. Это означает, что у большинства из них нет достаточной квалификации для той работы, которую они выполняют. И я не могу уволить их, потому что они волонтеры. Так и есть. Поэтому люди продолжают подходить ко мне каждый день. Я не могу больше работать с этим человеком. Она такая ужасная. Я говорю им: в этом мире существуют вот такие люди, такие, такие, такие. Вот какие люди есть в этом мире. Но если вы хотите работать с идеальными людьми, вы должны отправиться на небеса. И прямо сегодня. Но если вы считаете, что то, что вы делаете, имеет большое значение, вы должны научиться работать со всеми этими ужасными людьми. Таков мир. Если вы считаете, что то, что вы делаете, очень важно, вы должны научиться работать с разными людьми. Вы увидите, что ужасные люди могут делать замечательные вещи. Да? Но если вы хотите работать с идеальными людьми, то вы их не найдете. Я пока ни одного еще не нашел. Все они сочетают самые разные качества. Но если вы открыты, если вы не «да» и «нет», «да» одному, «нет» другому, если вы просто одно большое «да», вы найдете, как это сделать. Большое вам спасибо. Я всегда говорю, что сопротивление —